У меня есть и что. Итак, значит, смотрите, мы поняли, что жардановая форма даже в упрощенных всевозможных формах, она довольно вычислительно сложна, то есть требуется большое количество возведений матрицы в степень, решение систем линейных алгебраических уравнений. Вот. И также мы обсудили, что есть сложности в выборе. Вот необходимым условием является, ну, построение канонического байса, выбор векторов определенной высоты, каждый раз новых, но мы поняли, что этого недостаточно. Еще раз давайте структуру какую-то построим в виде таблицы. В основе лежит теорема о вложении ядер, вот этих вот сдвинутых операторов. Если мы их обозначим за n1, которое мы знаем, равно w, лямбда, там, ита, которое мы строим, построим систему ядер n2, троеточие nk, которое равно как раз-таки корневому подпространству. Вот, то в основе алгоритма является сначала нахождение необходимой высоты, то есть мы возводим матрицу в степень, пока, значит, ядро не станет довольно большим, чтобы накрыть всю арифметическую кратность. В этот момент мы из этой системы выбираем какое-то количество векторов, f1, там, не знаю, ft1. Так вот, мы поняли, что даже поддержка то, что они лежат в множестве n катов, и поддержка то, что они линейно независимы, не обещает нам, что когда мы начнем их итерировать, то есть когда мы начнем действовать на эти вектора матрицы B, которая сдвинута на свое собственное значение, что они не сойдутся в один. Так вот, необходимым достаточным условием является, что они именно дополняют базис подпространства nk-1 до nk. То есть что вам нужно сделать, чтобы их правильно выбрать? Вам нужно перед этим для nk-1 ядра построить его базис. Этот базис будет меньше. Мы знаем, да, что nk-1 вложено в nk. Вот, поэтому вы можете найти там систему какую-то элементов. Нужно построить базис nk-1. Ну, обозначим его там, не знаю, чтобы букв много не плодить. Давайте А1, АМ обозначу его. Так вот, его можно дополнить до базиса ядра НК. И вот то, чем вы его дополните, тоже базис. То есть вот эта добавка до базиса НКТОВА, она годится и гарантируется, это уже достаточное условие является того, что эти векторы потом не сойдутся. То есть если они в совокупности, с базисом НК-1 и с теми векторами, которые вы добавили, дает ну, размерность или подпространство всего КАТОВА ядра, то этого достаточно, чтобы утверждать, что потом они никогда не сойдутся вместе. Вот, значит, я напоминаю, у нас был пример, когда мы решали матрицу, да, которая уже в квадрате стала нулевой, и жорданова форма, у которой была, по сути, две клетки Жордана, там, по-моему, что-то такое у нас было, 2-2, 2-2-1. У нас был такой пример, что мы неправильно выбирали корневой тот самый вектор. Что мы, так как с нулевой матрицы любой вектор подходит, вот, мы хотели выбрать хорошие. Но в чем проблема? Там, когда мы выбирали векторы 0, 0, 0, 1 и вектор 0, 0, 1, 0, вот в том примере, в старом, на прошлом семинаре, в котором мы были, вот эти два вектора, они хороши, но они до базиса четырехмерного пространства, базис как бы ядра первого не дают. То есть там были какие-то векторы, тоже решение Славы. Код вчетвером они не давали базис. Это был не базис. Это был не базис четырехмерного пространства. И поэтому нельзя было брать именно второй вектор 0, 0, 1, 0. И надо было взять там другой вектор. То есть для того, чтобы точно быть уверенным, когда у вас множественный выбор, когда вам нужно много объектов взять из соответствующего ядра, единственным возможным вариантом, ну, кроме потом перепроверок того, что они не сходятся, является проверить, что вместе с базисом получается предыдущего ядра, то, что вы взяли, образует линейно независимую систему, по факту. Вот, образует ядро. Ну, образует базис большего вложения. А это приводит к тому, что вам каждый раз придется еще перерешивать. То есть нужно все еще промежуточные ядра решить и найти их тоже векторы, которые режут в ФСР.
для матриц там, предыдущих степеней, то есть для k минус первой степени тоже нужно будет решить славу, посмотреть, какие там решения, и более того, для k-й степени матрицы B достроить те решения, которые независимы с предыдущими. Это довольно трудно. То есть это так называемые разности линейных пространств требуется находить. Так вот, значит, в любом случае, когда вы правильно построили эту систему B, вы их итерируете, Так, тут ты один, да? Вот. И это какое-то количество байских векторов вам дает. То есть гарантируется после того, как вы, если взяли их линейно независимо, что они друг друга не придут, и они образуют какой-то байт. Но это может быть недостаточно, Мы говорили, что нужно следить за переходами ядер, иногда они скачут больше. То есть на определенном слое, вот этих векторов, которые вы взяли, итерируясь, может не хватить. Тогда их снова нужно добивать. Причем добивать поровну по тем же самым правилам. То есть их нужно взять как линейно независимые к этим векторам, и которые дополняют байт предыдущего пространства, тоже до подпространства. Вот, то есть нужно продолжить всю эту теорию, только еще контролировать, что у вас какие-то векторы будут зафиксированы из ядра. Вот, и нужно будет за этим тоже следить. Ну, сейчас еще порешаем задачку, посмотрим, у нас тут будут примеры более сложные, скажем так, чтобы эти добавки правильно разбирать. Давайте начнем. Так, мы, насколько я помню, закончили на каком-то 74-м номере, да, по-моему, делали? Какой последний был в прошлый раз на прошлом семинаре? Нет, не на 70. 71, да, сделали? Тогда вот как раз-таки давайте 74. И еще 79. Еще после 74, еще 79 добавим. Так, тряпочка есть. Значит, первый у нас номер 74 по порядку, потому что матрица 4 на 4, верно, должно быть несложно. Олег, давайте, входите. Найдите нам для начала характеристический многочлен и корни этого характеристического многочлена. Сейчас первую половинку семинара еще чуть-чуть порешаем, пораскладываем матрицу Жорданову форму. Потом уже поговорим о том, что она нам дает теоретически. Угу. Минус 1, минус лямбда 1, 0, минус 1, минус 1, 1, минус лямбда. Поехали. Будьте здоровы. Сразу видно, Первый с последний, да, хорошо смотрится. Поехали, там сразу пишите, да, там что 1, 0, 0, 1. Хотите сразу сократить первый столбец? Давайте, прибавляйте ко всем столбцам, ко второму и третьему столбцу. Вот это вот 1, 0, 1. По диагонали. Вот это 1, 0, 1 сюда прибавьте и сюда прибавьте. Да? Только там минус 1, минус лямбда. В третьей строчке, да, минус 1, минус лямбда 2, да, верно. Да. И это без изменения все. Минус 1, минус 1, 1, минус лямбда. Да, значит, теперь у нас можно только блок 3 на 3 считать. Вот этот блок больше не нужен. То есть только вот эта часть интересует вас. Да. Угу.
Кто-нибудь что-нибудь хорошее видит? Я пока ничего не вижу хорошего по строчкам. Строчные суммы плохие, строчные столбцы плохие, попарно все плохо. Да, потому что если двойки сокращать, то там не те лямбды будут, не те множители при лямбдах. Если единички сокращать, то непонятно, как сокращать. Просто теорему Лапласа применили в первой строке. Вот с первого равно? Вы не, да, да, и вынесли, и сразу сократили вторую, третью строчку, сразу сократили на то, что получили. По первой строке разложить. Ну, то есть, честно посчитать, можно и вообще треугольником. Тут много нулей, тут будет не нулевых компонентов, всего диагональная, побочно-диагональная, и, в принципе... И, в общем, три тут компонента будут не нулевые. Можно попробовать честно посмотреть и угадать потом корень полинома. Может, так попробуем? Давайте уже раскладывайте как есть, раскладывайте как есть. А я бы вообще правым треугольником взял бы произведение вот этих трех скобок, произведение вот этих трех скобок и произведение вот этих трех выражений. Все. Да. Это разность квадратов, да, у нас получается что там? А, ну давайте, хорошо, запишите. Ну, да, ну запишите, запишите уже. Это уже проще записать, потом сделаем. Так, побочная диагональ. И еще одна, и две побочки. Вот таких и вот таких. Плюс один, минус. Да, 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 все вижу, пока правильно. Да. И еще одна. Вот эти три. Ну тоже плюс 2 на 3 минус лямбда, что-нибудь такое. 2, плюс 2 на 3 минус лямбда. 4 это не, нет, не правда. Отдельно это пишется, там не тот множитель. Ну перемножьте. А почему там знак умножить возник? Вот здесь почему знак умножить у вас стоит? Здесь знак не умножить стоял. Еще раз напишите, я вам диктую. Плюс 2, скобочка открывается. 3 минус лямбда. Все. Закрывайте все скобки и переводите подобные. Там что? Давайте вот с этого начнем. Это самое неприятное. Открывайте скобку. Значит, по степеням. Лямбда в кубе с каким числом идет? Так, минус 1. Минус лямбда в кубе пишем. Так, квадраты, это вы дважды берете лямбду константу. Значит, 1, минус 1 и плюс 3. 1 минус 1 и плюс 3 это 3. 3 лямбда в квадрате. Плюс 3 лямбда в квадрате. Дальше берете одну лямбду и две константы. Значит, минус 1, 3 и минус 3. Там минус еще лямбда, учтите. Так, сейчас лямбда. В общем, плюс лямбда. Константа. И константа минус 3 на минус 1 на 1 это минус 3. Так, нет, это еще не все. И вот тебе подобное еще достать. Минус 2 лямбда минус 2. И плюс 6 минус 2 лямбда. Собирайте теперь, сколько получилось при лямбдах, сколько при лямбдах кубов и так далее. Сейчас будем корни угадывать. Так, лямбда квадрат свободен. При первой степени 1 минус 2 минус 2 есть. И при константах. Угу. Пойдет.
Так, надо угадать корень. Так, черт, с полином третьей степени у нас получился минус лямбда в кубе плюс 3 лямбда минус 3 лямбда плюс 1. Надеюсь, что мы не ошиблись. Проверяйте нас тоже самостоятельно. Тут вроде, кстати, можно что-то вынести, такое ощущение. Из первого, если вынести лямбда квадрат, появится общий множитель. Вынести из первых двух членов минус лямбда квадрат. Или плюс лямбда. А это биномиальные коэффициенты, да? И кажется, только единица. Да, да. Пишите, значит, в итоге 1 минус лямбда суммарно в четвертой степени, да? Вот интересно, когда... Не очевидно было, скажем так, что тут корни тоже только единички. Вот, но мы получили. Ладно, ладно. Все, значит, характеристический многочлен найден, корни найдены, арифметические, геометрические кратности. А, геометрическая пока не найдена, но мы ее найдем, когда сдвинем матрицу и посмотрим на ее ранг. Давайте, стройте матрицу B, возводите в ее в степень, пока она не обнулится. Все понимают, почему именно обнуление нам нужно? Потому что ранг 4, ну, в смысле, 4 решения мы получим только у нулевой матрицы пространства четырехмерного. Поэтому нам придется матрицу возводить в степень, пока она не обнулится. Когда мы матрицу в степень возводим, как раз у нас получается последовательность этих ядер, которые... Ну, да, они ядра синхронизированы с матрицами. Ядро или, там, скажем так, слава однородно с этой матрицей образует соответствующее ядро. То есть решение с этой матрицы – это ядра. Решение с этой матрицы – ядра. Сразу возводите в степень ее, давайте. Мы же понимаем, что нужно до нуля идти будет. Потом ранги высчитаем. Минус 2, да, не 0 пока еще. Двоечка. Минус 2. Двоечка. Чередующаяся двоечка. Так, смотрим на другую строку. Так, это получается... Минус 1, 4 и еще минус. Нет, минус 2, плюс 2, плюс 2. Что-то подсказывает, что будет такая же строка. Ну давайте проверьте. Скорее всего, такая же строка будет, как первая. И двоечка, да. Чередование. Такое ощущение в обратную сторону сейчас пойдет. Давайте. Четыре, минус один, минус один. Да, плюс двоечка. И что-то мне подсказывает. Давайте последнюю строчку. Ну давайте заполним уже. 2 минус 2. Все, проверим. Себя. Так, и еще одно возведение в степень. А, какой ранг у этой матрицы? А еще идея. Сколько линий за этим строку этой матрицы? Одна строка повторяется. Значит, ранг 1. Это значит, что нам гарантируется, что следующий, так, это у нас что? Это b квадрат. Нам гарантия есть, что b куб нулевая матрица. Вот, потому что ранг должен упасть. Хотя надо проверить еще по размерностям, но нет, мы точно знаем, что хотя бы на один ранг упадет. Да, ранг хотя бы на один упадет, значит, будет нулевая степень. Осталось только понять у матрицы b, какой был ранг. Какая размерность была ядра первого. Почему у нас ранг всегда падает? Почему он не может остаться? Ну, это теорема о том, что у вас ядра либо вложены в друг друга строго, либо совпадают с определенным моментом. У вас теорема о вложениях, вот этих вот там с нильпотентными операторами,
Пристроили положение, и вас утверждение было, что если на катом шаге оно совпало, то дальше это только под пространство может быть. А как вот. Ядро, это, ну, типа, это один, это... Для своей степени и бэшки, да, да, для своей бэшки. Значит, есть две линии независимой строки, да? Две линии независимой строки, остальные выражаются. Какие в итоге вы берете две линии независимой строки? Вот первую, вторую, а третья как выразить через первую, сложить? Первую, третью, да, вот на 2 нужно. Да, 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 вроде ранга 2 был, да. Внутри проскочить? А. Да, может быть, может быть. Вариантов там довольно много. Ну, как минимум на это меняется, потому что, да, у нас в таблице должны быть соответствующие объекты. То есть, это, скажем так, если у вас в изначальной серии было два вектора глубины, они же строят две параллельные ветки, и поэтому все ранги как минимум на два должны скакать. То есть, у них два новых вектора будет добавляться в этот момент. У нас здесь все время ранг падал на один. Он начался 2, 2, 1, 0 был, поэтому тут все нормально. А, ну да, можно было это сказать, да, по итогу, согласен, согласен. Но это вы уже для матрицы 4 на 4 это можно сделать. И, то есть, чем больше матриц, тем меньше вот таких вот и логических переходов можно делать, потому что варианты растут. Ладно. Значит, что нам получается нужно теперь сделать? Нам нужно найти ядро для b квадрата, то есть все векторы, которые удовлетворяют b квадрату, и взять тот вектор, который там не лежит. То есть нужно решение для нулевой матрицы, которое не лежит в решении для вот такой матрицы. Ну, это относительно просто. Когда у вас на один ранг скачет, то подобрать такой вектор очень просто. Ну, одна шальная единичка куда-нибудь поставьте в любое место, это будет единственный вектор высоты 3, получается, да? Давайте, берите какой-нибудь вектор, назовите его там f, и возьмите его единичку в любую позицию. Да, и построить сразу к нему серию b и b квадрат f. Значит, bf – первый столбец будет, матрица b. Да, да, первый столбец. Именно как столбец, строчку записываете, да. 0, минус 1, минус 1, 0. Так, и b квадрат f запишите сразу. Ну да, да, формально транспонированное. b квадрат f. Ну, тоже, да. Так, смотрите, у нас что есть? У нас есть один вектор высоты 2, один вектор высоты 1 и один вектор сейчас высоты 3, высоты 2 и высоты 1. Вот это собственный вектор, да? Значит, для b квадрата должно было быть три решения. Должно было быть три решения. У нас пока только одно. У нас пока только одно. Значит, нам нужно найти для вот этого SLAO еще два решения, помимо такого, которые достраивают базис вот этого под... Или сейчас не два. Тут должно быть три вектора, да? Тут уже два есть. Значит, нужно еще... Нет, еще два нужно найти. Сейчас что-то я запутался. Не, один еще достроить. Еще один достроить, он нам, да, породит один собственный, и нам еще один собственный достанем, да, потом. Или мы уже даже закончим. Мы даже закончим уже. Нам хватит одного вектора просто найти. Так, ладно. Значит, еще раз. Сейчас нужно аккуратно взять вектор, который достраивает базис первого ядра до второго ядра с включением BF. Включением BF. Давайте решим SLAO с матрицы B. Давайте решим начнем с того, что решим SLAO с матрицы B. Найдите два собственных вектора. Сразу приведу уже. Да. Так, у нас 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0. Угу.
Это мы сейчас для вот этого подпространства находим решение, чтобы понять, как его достраивать до следующего подпространства. Так, давайте. У вас два свободных вектора. Причем мы один уже давайте возьмем, вот этот вектор возьмем, его сразу он годится, будет x1, x2, x3, x4, да. Давайте возьмите x4 за x3, x4 за двойку, это вы свободные берете, x3, x4 за двойки возьмите, за обе за двойки, как вы взяли вот в этом векторе. Тогда он достроится, 2, 2 ставьте, тогда он достроится до минус 2, минус 2 гарантированно, правильно же? Достройте его. Так, это первое решение. Теперь второе независимое к нему решение. Вы возьмите свободные элементы линейно-независимые к двойке-двойке. Ну, например, 0,1 там, да, или 1,0. Да, вставляйте. Да. Минус 2, точнее. Вот. Значит, вот это базис сейчас первого ядра, да, это базис первого ядра. Вам теперь нужно здесь найти вектор помимо 0, 1, минус 1, 0, который является решением и добавляет, получается, что? Сейчас, что у нас есть? У нас здесь должно быть три решения, правильно? Три решения. Вот этот вектор. Вот этот вектор. То есть нужно найти просто еще одну вектор. Да, для Славы получается минус 2, 2, минус 2, 2, 0. Вот для такого Славы. Давайте построим пока формально даже фундаментальную систему решений. Постройте ее. Для такого Славы. Возможно, сейчас мы будем. Потому что он, судя по всему, дубайца не дополняет, да. Давайте найдем Славу этого. Давайте Славу найдем решение. Найдите три решения вот этого Слава. Независимо. Выберите x1, x2, x3, x4 и гоняйте единичку по x2, x3, x4 позициям. Сейчас посмотрим. Сейчас мы увидим, вдруг он с ними зависим, да, вот с этими векторами, которые мы построим. Тогда надо было не такое брать. Давайте, тут все будет чередоваться там. Нолики, единички будут чередоваться, да? И везде минус единички, минус единички пихаются. Минус единичка. Да. И единичка. Нет, смотрите, у нас сейчас все хорошо в итоге получилось. Михаил, зря у нас пугали. Вектор F, он независим вот с этими векторами. Он с ним верхнетреугольную матрицу образует. Если к нему подставить, это базис. Он именно дополняет, он хороший был взят. Это был как раз хороший вектор взят. Вот, к нему претензий никаких нету. Значит, сейчас, что у нас теперь есть? У нас есть вектор 0, минус 1, минус 1, 0, да, это вектор, который получен по факту линейной комбинации вот этих двух векторов. То есть, если вот эти два вектора сложить и домножить на минус 1, вот мы получим вектор B. Правильно? Значит, если, соответственно, что, взять вектор, например, 1, 0, 0, 1, третий вот этот вектор, 1, 0, 0, или даже так вот. 1, 1, 0, 0. Вот этот вектор рассмотрим. 1, 1, 0. Является ли он линейно независимый вот к этим двум векторам? Потому что вот он минорчик будет размера 3 на 3, который будет. Вот этот вектор является линейно независимым к векторам для B. Он дополняет их до базиса. Вот. И при этом он линейно независим к этому вектору. Он линейно независим к этому вектору, потому что в него не переходим. Подходит. Значит, вот этот вектор 1, 1, 0, 0 годится на корневой вектор высоты 2. Берем его. Обозначаем там буквой G, я не знаю, какой-нибудь. Обозначить его буквой G. Вектор 1, 1, 0, 0. Вот. Из него выпускаем еще одну серию небольшую. Домножаем на матрицу B. Это надо первый и второй столбец сложить в матрице B. Сложите первый и второй столбец.
Минус 1. Нет, стоп, 1. Что мы, чем мы занимались-то? Что-то я обсчитал. Ребята, вы меня это не поправили. Я тоже еще не проснулся. У нас же было 3 вектора, а нам надо 4. И у нас еще один собственный был в загашнике. Чего мы его сразу не взяли-то? Переход-то был как раз через собственный. Зачем мы ищем векторы какой-то высоты? Я смотрю, что-то не сходятся, они все одинаковые. Нам надо было просто собственный вектор отсюда еще один достать, и у нас бы все хватило. То есть не такой собственный вектор, как 2 минус 2, 2, 2. Надо было взять, и все. И у нас было бы 4 линии независимых вектора. Верно же? Так, в итоге, ну да. Нет, они сошлись в один. Вот эти два вектора в один слепили. Да, поэтому, еще раз, да, вот это все не нужно было. Нужно было взять, например, вектор вот такой вот. Базис. Вот этот вектор обозначит это, и все. И все, да, мы на самом деле все построили. Так, теперь правильно пронумеровать. Олег, в каком порядке нумеровать будете? Сначала всегда собственный вектор. В любой серии начинаете собственный вектор. Кто из этих троих собственный? У нас вот BF у нас собственный. Нет, не собственный. Это корневой вектор высоты 3. Корневой вектор высоты 2, корневой вектор высоты 1. Кто из них собственный? Один высоты. Он первый идет. Дальше к нему все в правильном порядке. А этот отдельно Е4 можно взять. Вот если вы так их занумеруете, если вы так их занумеруете, то Жорданова форма, какое у нас собственное значение было? Единичка? То будет одна клетка Жордана размера 3 на 3. Одна клетка Жордана размера 3 на 3. И одна клетка Жордана размера 1 на 1. Все, Олег, присаживайтесь. Спасибо. Мы могли другие поделения F1, ну, в смысле, вот этот вектор, да, другой взять. А это на Жордана форму никак не повлияло бы. Да, то есть, на самом деле, не единственным образом из матрицы А вы можете с помощью там факторизации, только с помощью факторизации сделать матрицу Жордана. Вот эта матрица Т не единственным образом заданная, да. Вот форма Жордана... Она задана единственным образом до перестановки. То есть что здесь имеется в виду? Если мы перенумеровали, этот вектор обозначили бы за Е1, а вот эти системы за Е2, Е3, Е4, то что бы произошло? Клетка размера 1 на 1, она встала бы в первую позицию, и все. Вот. То есть нумерация влияет на позиционирование клеток. Исключительно. Так, еще раз, ребят, все распутались так же, как и мы у доски, что зря мы начали искать векторы большой глубины, нам хватало и в первом ядре найти вектор, просто достроить. У нас уже было три вектора, нам не хватало еще одного только. И учитывая, что ранг изначальной матрицы был 2, она закрывала нам сразу же корневое подпространство, базис корневого пространства. Так, ну что, самая последняя, самая сложная задача по этой теме, 79-я, давайте ее... сделаем. Я буду постараюсь сам сделать, а вы следите, чтобы я не ошибался арифметически. Вот, и чтобы не было таких вот опять этих поиска ведьм, скажем так, в подпространстве глубокой размерности, хотя нам все хватало. А это как сердце. Вот. Порядок вы сами решаете, как вам удобно. Нет, вроде не в поточном. Вас забрали поточным, потому что во время межфакультетских курсов ректорат забирает всех факультетов все поточные аудитории. Среда, день межфакультетских курсов. Так, гига... Кто еще? Да, ну все как классика, просто по первым билетам. Вы тренируетесь, мы тренируемся. Вот, все тренируются. Ну да, покороче, конечно, будет все. И побыстрее. Что, 6 на 6? Доросли, да, наконец? Жорданова. Матрица 6 на 6. Но матрица почти верхнетреугольная. Это сильно, конечно, облегчит нам вычисление и вообще...
Вот такой вот наш характеристический многочлен. Значит, что нам мешает для того, чтобы сразу его было выписать? Вот эта двойка, вот эта единичка и вот эта единичка. Правильно? Давайте разбираться, как их найти и уничтожить. В целом, смотрите, вот эта двойка, единичка и тройка, они, кажется, соберут в первую строчку. Верно? Если я вычту или сложу, только надо понять. Наверное, вычту. То здесь будет минус лямбда, а там минус лямбда не получится. Лямбда не получится. Значит, нужно комбинировать еще. Ну-ка, ищем давайте столбцы, строчки, что-нибудь, чтобы брать эти числа каким-то образом. Первая, третья. И еще вот это. Потому что первое, третье тут... А, вы про вот эти коэффициенты, да? И она нам даст константу, которую мы уничтожим двойку. Пойдет, пойдет. Значит, сейчас будет первое, третье. Первое с третьей работать, складывать их. А еще, может, сразу что-то есть? Вот в этом блоке, чтобы распараллеливать процессы. Вот эти две. Ничего хорошего не дадут. В сумме ничего хорошего не дают. Ну, давайте, да. Так, значит, сразу множитель какой у нас выходит? Просто лямбда? Сейчас. Ну, да, минус лямбда. Первый сарочек влево. А, нет, нет, два. Что еще? Нули тут все, да. А, кстати, да, неплохо, неплохо. Спасибо, спасибо, да. Это тоже хорошее. Это да. Слона-то мы и не увидели, да? Слона-то мы. А может, еще где-то в столбце что-нибудь хорошее есть? Нет, вроде нет, почти. Ладно, пойдет. Это хорошее решение точно было. Ладно. Значит, после сложения здесь остается 1, 0, 1, 0, минус 1, 0, 0, 1, 4, 0. Здесь без изменений. Там минус 1, там 0 должен быть. После сложения 0, спасибо. Так, значит, здесь 0, 0, 1 минус лямбда, 0, 1, 0. 3, 0, 5 минус лямбда, 0, минус 9. Здесь, может, сразу вычтем в уме, значит, вот как по диагонали, вот так вот вычтем. 0. Да, значит, получится 0, 0, минус 1, 0, 3 минус лямбда, 0. Да, хорошо, хорошо, сейчас я уж перепишу. Так, значит, остался только вот этот блок, остался только вот этот блок 4 на 4. Первое, третье синхронный, если их вычесть, то будет 2 минус лямбда опять. Да. И пока все. Ну давайте. Значит, это что мы сделали? Это мы вычли, пускай. Значит, здесь 1, 0, минус 1. 0. Это мы вынесли 2 минус лямбда из первой строки. 0, 5 минус лямбда, 0, минус 9. Здесь сразу прибавим, по диагонали прибавим, получим 0, 0, 2 минус лямбда, 0, 0, 1, 0, минус 1 минус лямбда. И вот она еще 2 минус лямбда в четвертой степени. Так, остается блок 4, остается блок вообще 2 на 2, да? Видите, вот. Четыре элемента. Такое ощущение, что их останется просто решить квадратным уравнением. Давайте сделаем. Так. Мы что берем? Вторую, четвертую строчки. Вторую, четвертую. А, симметрично, поэтому знак можно не менять. То есть я здесь имею право равно написать. Лямбда квадрат.
Плюс лямбда, минус 5 лямбда, минус 4 лямбда, минус 5 и плюс 9. Это что, кажется, полный квадрат еще один, да? Ну, шестая степень. Шестая степень. Все, только одно собственное значение, лямбда. Только одно собственное значение, лямбда двойка. Это придется сейчас матрицу 6 на 6 возводить в степень, пока нулевой не станет. Пока нулевой не станет. Так. Я сейчас вместо определителя запишу, наверное, покомпактнее давайте перепишем, сразу с учетом разности. Покомпактнее запишем и будем итерироваться, чтобы степень возводить. Мне кажется, она довольно быстро вспомнится, слишком простая она. Давайте запишем 0, 0, 1, 0, минус 1, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Вообще нулевая строка. 0, 0, минус 1, 0, 1, 0. 2, 0, 1. Сейчас пятерку все. Раз, два, три нуля. Тройка. 0, минус 9. 2, 0, 1. 0, 1, 0. Раз, два, три нуля. 1, 0, минус 3. Так, это матрица B. Еще раз я выпишу. Проверять. Вроде я правильно переписал. Так, ну давайте заполнять. Давайте заполнять. Значит, минус двоечка, коэффициент, нулевой коэффициент. Ну, кстати, можно что? Можно всю строчку вторую напротив второй строчки поставить 6 нулей. И напротив второго столбца поставить 6 нулей, потому что опирается это все только на нули. Тут смело можем заполнить, чтобы потом не думать. Так, значит, первая строчка на третий столбец. Они друг на друга попадают, да? И знак у них у обоих минус. Третий столбец. Они друг на друга не попадают. Здесь нолик, четвертый столбец. Здесь нолик. Здесь не попадают. Так, это первая строчка B квадрат. Дальше смотрим, это двоечка, одинаковые знаки, не попали друг на друга, разные знаки и опять не попали друг на друга. Так, здесь не попали нулики, опять не попали. 9 минус 9, 0. И минус 27 плюс 27 снова 0. Так, двоечка. Это единичка с двойкой. А еще что-то? Вот здесь? Еще раз. Один на два. А где еще? Где еще? Я просто не вижу больше. Так. Здесь вот сейчас нужно будет осторожно. Тут много чисел друг на друга попадает. Два, минус один и плюс один. Просто два. С учетом знака, да. Не попали. Два, плюс один. Вот тут четверка. Тут четверка. Или там минус единичка была. А тогда что? Тогда 0, это хорошо. А то я уже испугался, что ранг выскочил. Так. И вроде не попали. Ноль. Ноль. Кто-то мне подсказывает.
Кто-то мне подсказывает, что будет как-то так. Значит, ранг матрицы 1 стал, да? Ранг матрицы стал резко единице равен. Вот, ну и мы понимаем, так, это был B. Да, да, там знаки, тут одинаковые знаки, а здесь разные знаки, оно должно сократиться. Так, значит, и что-то нам подсказывает, что B в кубе будет нулевая матрица, правильно? B в кубе будет нулевая матрица. Так, что нам дальше нужно? Нам нужно построить решение, чтобы контролировать то, как увеличиваются базисы. Ну вот сейчас будем выяснять, сейчас будем выяснять. Значит, вот это одинаковые строчки. Значит, раз строка есть, два строка есть. Вот эти строки одинаковые же? Вот эти две. Вроде с множителем 3 просто, да? Насколько я понимаю, три строки линейно независимые. Раз, два и три. Значит, ранг этой матрицы 3, ранг этой матрицы 3. Значит, будет 3 собственных вектора. Давайте их, в принципе, и выпишем. Для матрицы B. Значит, 0, 0, 1, 0, минус 1, 0. 0, 0, 0, 1, 0, минус 3. И 2, 0, 1, 0, 1, 0. Вот решением этого слава будет 3 собственных вектора. Давайте их угадаем. Здесь, насколько я понимаю, минус единичек, да? Так, а где-нибудь есть базисный минор в этой матрице-то? Хоть один. Какой тут базисный минор? Значит, вот на точно он должен... Вот этот определитель сколько будет в такой матрице? Сейчас. Как будто ноль. Плохо, да? Значит, первое, третье, четвертое у них по одному, да, число. Давайте, хорошо. Первое, третье, четвертое. Это будет... Ну, пойдет, да. Первое, третье, четвертое. Это базисные строчки. Ну, это будут зависимые переменные, остальные свободные объявления. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Так, давайте с первым уравнением, оно самое простое. У нас оно равносилен тому, что x3 это минус x5. 0, минус 1, 0. Да, второе уравнение гласит, что x4 это 3x6. 0, 0, 3. И первое уравнение после всех перипетий. Сейчас будем считать. В первом случае, насколько я понимаю, 0. Во втором случае сократились тоже 0. И в этом случае вроде тоже 0. Это хорошо. Вот они, три собственных вектора. Отметили их. Так, давайте тогда b квадрат найдем. Для b квадрата, значит, здесь всего одно слово. 2, 0, 2, 0, 0, 0. Вот. И ну, быстро их выпишем. Это что получается? Так вот, если заполнять. 0, 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
третье ядро это любой. Значит, теперь нам нужно найти из B3, выбрать вектор, который дополняет эту систему до базиса. Какой возьмем? Нет, эту систему дополнит до базиса B3. Нельзя брать никого из них, надо к ним линейно независимый взять именно. Который является решением, да. Так, такой на самом деле, ну, по большому счету, у него должна быть первая компонента какая-то, да. Это хорошее решение. Значит, это будет вектор высоты 3, не лежащий в предыдущих ядрах.
Из него строим серию. Значит, где у нас там первый столбец? Это будет 1, 2, 3, 4, 2, 0. Это BF и B квадрат F. Это минус 2, 0, 2, 0, 2, 0. Вот, далее смотрим. Значит, у нас пока три вектора из шести. Три вектора из шести. Вот, есть три, значит, в принципе, у нас было три, три собственных, но один мы из них уже заняли. Значит, если мы только собственными будем работать, у нас будет 5 векторов. Если мы собственными к этим векторам докинем, будет только 5, да. Да, но он хитрая линейная комбинация вот этих векторов. Если не нулевая первая компонента, у нас... А у нас она не нулевая. Значит, что-то я обсчитался. Так, сейчас проверьте еще раз, он для вектора B решением является? Он решением является для вектора B. Значит, я здесь где-то ошибся, когда вычислял. Так, давайте искать. В каком-то из случаев здесь не 0 должен находиться. Ну, смотри, вот еще раз. Минус 2, 0, 2, 0, 2, 0. Поставьте, он является решением всех слоев. Он является решением всех трех слоев. Он подходит. Почему его нет здесь? Почему его нет здесь? Ну да, там минус 4, плюс 2 и плюс 2. Все сходится, он идеально подходит. Да, второй там первый x1, это один. Он попал. Сейчас. Нет, они вот попали. Вот попали. Нет, там первый. x3, x5, они отличаются. Из первого уравнения x3 и x5 отличаются, они равны друг другу. Тут, кстати, только плюс один. Вот, но это сильно не влияет. Да. Так, можно? 1, 0, минус 1, 0, 0. Вот это против влияет, да? Нет, нет, нет. Там будет 1, 0, минус 1, 0, 1, 0. Так, еще раз. Значит, что у нас было? Мы в свободный вектор подставили 0, 1, 0. Свободный вектор. Давайте. Из первого уравнения. Единица. Да. Из второго уравнения. Здесь 0. И здесь. А, потому что теперь они попали друг на друга, да? Все, извиняюсь. Извиняюсь. И теперь он соберется, да. Теперь он соберется из системы собственных векторов. Спасибо. Так, в любом случае, нам оставшихся двух собственных векторов не хватает. Нам двух собственных векторов не хватает. И это обязует вам, это обязует вас. Вот на этом переходе, а мы здесь увидели, что на самом деле добавилось плюс 2 вектора. Да, добавилось плюс 2 вектора. А при спуске мы один только забрали. Мы один только вектор забрали из высоты 2. Значит, здесь есть еще один вектор, который линейно независим к этим векторам, который линейно независим к этим векторам, который добивает как бы второе ядро до первого. Чем первого до второго. Давайте найдем среди этих векторов, возьмем тот, который не 0, 0, 0, 0, 2, 0, то есть этот нельзя уже брать. Это нельзя брать, мы его прошли и выбрали на этапе спуска по корневому вектору высоты 3. И надо из вот этих четырех векторов выбрать линейно независимый к этим трем. Какой-нибудь из них. Есть линейно независимый? Значит, этот вектор имеет единичку здесь. Этот вектор имеет единичку здесь, этот вектор имеет единичку здесь. Кажется, что если взять... А, четвертый нельзя брать, да? Вот вектор 0, все нули, единичка, он линейно независим к этой системе? Вроде бы да, вроде бы да. Вот у каждого этот вектор отвечает за второй столбец, это за третий, за четвертый, это за шестой. И получится минор четвертого порядка можно собрать. Из этих столбцов можно минор четвертого порядка собрать нулем. В общем, получается, мы вектор g берем вектор 0, 0, 0, 0, 0, 0. Сейчас обсчитался 1. Берем вектор g. К нему добавляем, значит, собственный вектор к нему будет какой? Это последний столбец матрицы B. Последний столбец матрицы B.
это 3 нуля минус девятка, 0 минус тройка. И вот теперь можно взять оставшийся третий вектор собственный. Какой к этим, какой из этих трех векторов будет независим к этому и к этому вектору. Значит, этот вектор очень похож на второй, этот вектор очень похож на третий. Значит, первый вектор, да, годится? Первый вектор годится. Значит, финальный вектор, там, не знаю, назову его t, я возьму вот его. Возьму его, он линейно независим. Вот. И осталось только правильно их пронумеровать. Осталось правильно пронумеровать и написать Джорданову формулу. Хотим от маленьких клеток к большим или от больших к маленьким? Как вам больше нравится? От больших к маленьким. Тогда начинаю с самой глубокой тройки. Нумеруем. Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6. Вот этот вектор? Ну, у нас уже два собственных заблокированы, теперь сериями. И нужно, чтобы он тоже был собственным. Мы достаем из первого ядра оставшиеся векторы, но важно, чтобы они были не такие. Линейно независимые к тем, которые заблокировали векторы большой высоты. То есть очень хитрая штука. Тут нужно постоянно смотреть. Проще всего их все-таки прорешать один раз все ядра и внимательно смотреть, что вы выбираете, не выбирать линейно независимые. Да, так, итого, в построенной системе у нас будет клетка Жордана размера 3 на 3. Так, а собственное значение какое было? Двоечка? Да. 3 двоечки, 2 двоечки и 1 двоечка. Вот такая вот Жордана форма. Давайте сделаем перерыв.
факторизации он показывает, как перейти от первоначальной матрицы к жорданной форме. Напоминаю, там с правильных сторон нужно домножить на матрицу, где вы записали вот эти все координаты в столбцы. Столбцы на нее и обратно. Теперь поговорим о том, как можно чисто по структуре ядер уже заранее связать о жорданной форме. 84-я задача. Напомните, вас как зовут? Кирилл, да. Выходите, пожалуйста. То есть задача посчитать собственные значения, возводить матрицу в степень, и только по тому, как изменяются ранги матриц, понять уже, какая будет жорданова форма. Берите учебник, выписывайте сразу характеристический многочлен, находите его форму. 84-я. Пока вы пишете, расскажу вам важную историю про жорданову форму. Эта структура крайне неустойчивая, то есть изменение любой матрицы, вот составленной из столбцов корневых векторов, хотя бы на 1000, на 1,000,000, приведет к тому, что у вас жорданова форма разлезется. Вот, и у вас встроенные собственные значения и встроенные строчка из единичек превратится в что попало. Там все нули исчезнут, единички тоже начнут меняться. В общем, устойчивость жордановой формы крайне низкая. Она любой погрешностью вычислительной автоматически меняется. Поэтому, ну, скажем так, в прикладных задачах ее не используют. Факторизацию жорданов формы не используют. Самое главное, что вы должны запомнить, что она существует, что она есть. И она есть у каждой матрицы. Вот знание, что она есть, это сильное знание. Оно позволяет решать, ну, многие задачи аналитически, скажем так. Только само знание, что она существует. Но получать на практике жорданову форму не нужно. И вот этот алгоритм, который мы выучили, он скорее для вас должен остаться таким знанием, что так делать на практике не нужно, потому что он очень тяжелый, много славы решать, много матов, степень заводить, это дорого. А что, тут единичка тогда крест-накрест пойдет. Нет, тут нужно вот эти вот минус двойки подсказка, но тоже плохо. А, столбцовые срочные суммы, да, есть? Значит, сколько здесь? 6 минус 5, 1, 1, 1, да, срочные суммы говорят нам, что все в первую можно скинуть и неплохо получится. Давайте. Там сразу вынесите, в итоге будет везде 1 минус лямбда, ее вынесите, 1 минус лямбда, и просто срочную единичку первую запишите. И может даже в уме сразу гауссом пройтись и вычесть правильно эту строчку единичек из всех остальных строк, чтобы занулить первый столбец. Да. Троечка только. Да, троечка. Да. Снова плюс 2 сделали, да. Двоечка. Да. Двоечка минус лямбда. Троечка, двоечка. Троечка. Троечка, двоечка, да. Минус 3, минус 3. Минус 3, минус лямбда. Минус 3, минус лямбда, да. И минус 2. Угу. И один раз прибавили 0. Все в единичке, да. 1, 1, 1 и 1 минус лямбда. Сказать, что стало намного лучше, но что-то получилось. Значит, теперь нас интересует только вот этот блок 4 на 4. Да. Так. Минус 3 и 2, может быть, какой-нибудь. Ну, вот что-то хочется. Сейчас, подождите. Что-то найти. Вот эти два столбца хорошо смотрятся. Их разность. Это что за число? Это плохо. Это нехорошо. Так, тогда так не надо их вычитать. Хотя там будет. Да. Так, еще. Что-то видишь, что тут можно сделать?
чтобы получить линейный множитель. Первую к третьей прибавить, значит, будет... Да. Давайте. Первый, третий, хорошо. Вот. Или третий, первый, как вам там будет нравиться. А что там выйдет в итоге курс тролли? Мы сразу вынесем. Минус один, минус лямбда. Минус один, да, сразу вынесите минус один, минус лямбда. Нет, это другое. Это, вы не понимаете, это другое. Вот. И да, тут дальше вопрос, к чему вы прибавляли. Вы к первой прибавляли или к третьей прибавляли? Давайте к первой, наверное, чтобы сверху было. Значит, мы прибавили к третьей, здесь получается 1, 0, 1, 0. Да. И можно опять попробовать вот эти двойки, минус тройки, единички. Ну ладно, выпишу, хорошо, не запутаться. Угу. Теперь один раунд метода Гаусса по первому столбцу. Угу. Минус один минус лямбда, да. И чтобы места хватило, да, аккуратненько экономить. Не размахивать. Так. Да. Угу. Да. Да. Сюда плюс 3 делаемся. Да, плюс 3. Все правильно, все правильно. Минус 3. Минус 3. Только лямбдочка с минусом. Здесь тоже все было. Да. Да. Так, двойки, 1 минус лямбда, и будет... будет минус 1 минус лямбда, плохо. И складывать вот эти строчки нельзя, тут разные будут с лямбдами компоненты. 1 минус лямбда и минус 1 минус лямбда. А еще что-то тут можно сделать, вроде ничего. Или столбцы, может быть, где-нибудь есть хорошие. 2, 3. Может быть, второй к первому. Там вот как раз, да. Такое ощущение, что придется кубические уравнения сейчас смотреть, что там с кубическим. Кто-то что-то видит из хорошего? Ну, давайте кубические составляющие пишите. Приводите подобное. Будем угадывать корень. Да. Я люблю сразу произведения все раскрывать. То есть давайте сразу раскроем в уме. Там будет минус лямбда в кубе. Да. Значит, квадрат будет с единичкой и с двойкой, значит, плюс 3 лямбда квадрат. Значит, с лямбдами кто будет? С лямбдой будет минус двойка и минус единичка. Минус двойка и минус единичка. Минус 3 лямбда. Ну, у нас сколько такая? Минус лямбда, 2 минус лямбда, 1 минус лямбда. Единственный случай, когда у вас будет лямбда, это когда она и на двойку, и на единичку умножит. А, это сейчас не минус-минус, а просто минус 2 лямбда. Минус 2 лямбда, да. И свободные, его нету. Его нету. Так, подождите, это еще не все, это мы только главную диагональ перемножили. Значит, что у нас еще есть? Еще у нас есть число
минус 2. Пишите минус 2 к этому выражению. Есть число плюс 2 лямбда, побочная диагональ, плюс 2 лямбда. И есть плюс 3 умножить на 1 минус лямбда. 3 умножить на 1 плюс 3 умножить на 1 минус лямбда. Скобочка. Все, да, это все. Давайте приводить подобное. Лямбда квадрат вот единственный, а вот здесь что будет? Минус 2 лямбда, плюс 2 лямбда, еще минус 3 лямбда. Минус 3 лямбда, и константа будет минус 2 плюс 3. 5 бином ньютона. 5 бином ньютона, что у нас там? Это лямбда минус 1 в кубе, да? Ну там с правильным знаком. В общем, получается единичка арифметической кратности 4 и минус единичка арифметической кратности 1. Да, можете подписать. Ну, там многочлен нам не так интересен. Давайте уже не равно будем писать, а напишите, да. Лямбда равно 1 арифметической кратности 4 и лямбда равно минус 1 арифметической кратности минус 1. Лямбда равно минус 1 арифметической кратности 1. Так, теперь, значит, нас интересует в первую очередь кратность 4. Интересует, поэтому по диагонали вы читаете единицу, именно плюс единицу, рисуйте матрицу B и готовьтесь ее в степень вводить, поэтому правильно расположите, чтобы у вас там можно было потом эту матрицу домножать. Да? Угу. Минус 2, 0, минус 1, 1, 0, 3, 2, 0, минус 1, 1, минус 1, вот здесь предпоследний, да, и минус 1, 3, 0, и минус 1. Так, ранг в этой матрице оценить. Какой-нибудь минорчик мы видим. Я вот вижу 3 на 3 точно вижу и 4 на 4 минорчик вижу. Значит, в нижнем правом углу минор 4 на 4, он не нулевой. Верно же? Значит, ранг матрицы 4 опять он быть не может, потому что она вырожденная. Мы сдвинули же на собственное значение, значит, она вырожденная. Это получается, что ранг этой матрицы это 4. Ранг этой матрицы это 4, а все, уже можно не выписывать. На самом деле уже все отлично. Да, это лишнее. Нам в степени его возводить не придется. Ранг матрицы 4, следовательно, размерность первого ядра 1. А, то есть геометрическая кратность, собственно, значения по факту. А геометрическая кратность за что отвечает в Джорданной форме? Количество Джорданной формы, значит, она одна. Она будет, серия ровно 1, высота 4. То есть каждый, нам эту матрицу в степень вызвать не надо, она очень долго будет возводить в степень. Но мы теперь точно уверены, что Жорданова форма будет иметь один блок размера 4 на 4 из единичек. Вот, и один блок из минус единички. Все. Вот это Жорданова форма матрицы. Ничего не надо возводить, ничего не надо считать. Только исходя из арифметической и геометрической кратности уже можно много что достать. Вот если бы здесь было число 2, тогда были бы варианты, как она расположилась там. Размера 2 на 2, 3 к 1. Вот. То есть нужно было бы изучать матрицу B. Но когда у вас геометрическая кратность 1, собственно, значение, изучать структуру матрицы B не нужно. Ну, как? Если вам нужен канонический базис, тогда да, нужно изучать, как она устроена. Если вам канонический базис не нужен, то вы сразу Жорданову форму пишете. Всегда для любой геометрической кратности 1 вы Жорданову форму автоматически пишете. Все, спасибо, присаживайтесь. Так, тогда 88-ю задачку, она по аналогии просто матрица больше, мы пропустим, делать не будем. Давайте порешаем немножечко качественных заданий. Вот номера посмотрим, 95-й, 99-й, 95-й, 99-й номера посмотрим.
Вот. Опять же, еще раз подчеркиваю, вычислительная Жорданова форма никому не интересна. Интересна она теоретически своим существованием. И тем, что как бы матрица, не любая матрица диагонально подобной, диагонально подобной, подобной диагональной, извините. Каламбур. Вот, но любая матрица подобна Жордановой матрице. Ну, то есть матрица, записанная в Жорданной форме. Это ее сила в том, что она применима к совершенно любой матрице без каких-то бы ни было ограничений. Вот давайте говорим о номере 95. 95, значит, мы знаем Жорданову форму оператора А. Есть какая-то Жорданова форма. Как найти Жорданову форму матрицы А минус лямбда нулевое И? Какая будет Жорданова форма? Да, да, да. А почему? А почему это так работает? Собственно, значение исключается. Все корневые вектора остались на местах. То есть тот самый канонический базис, который вы предъявили для матрицы А, он же является каноническим базисом и для этого оператора. Вот. То есть в нем он также будет действовать, просто у него значение собственных векторов все смещаться на эту собственную лямбду 0. Вот, и все. А все корневые вектора остались предыдущими, поэтому тот байс, который вы построите для матрицы А, он же годится для матрицы А минус лямбда нулевое И. Вот, теперь для обратного оператора, если оператор обратим. Ну, значения не обратно. Да, а корневые вектора те же самые. Поэтому форма Жордановой матрицы превратится в следующую. То есть это будет иметь такую структуру. У вас какие клетки были, такие останутся, а вместо лямбд станут к ним обратные числа. Но форма Жордана останется. То есть структура Жордана, количество клеток, размер клеток, все сохраняется. Просто каждую клетку обратите на свою лямбду. Все, вы получите обратную матрицу. Вы получите, точнее, Жорданову форму для обратной для обратного оператора. Вот. Не забывайте, пожалуйста, эти факты, что если вы нашли Жорданову форму для какого-то оператора, вы на самом деле нашли для всех его, скажем так, сдвигов линейных, для обратного оператора, а на самом деле вы нашли Жорданову форму для всех полиномов от этого оператора. Потому что у полиномов меняются только собственные значения, а корневые вектора не меняются. Они все как были, так и останутся. В этом-то и секрет. Далее, значит, что-то у нас 99. Доказать, что любой оператор можно представить в виде оператора простой структуры, давайте его там B, и импотентного оператора. Непонятно, мы вроде, я вас спрашивал, вы мне отвечали, что это оператор, который в какой-то степени станет нулевым оператором. В какой-то натуральной степени станет нулевым оператором. Это операторное выражение. Вот. Но на самом деле, если бы я вам его написал в матричном виде, вы мне бы сказали очевидно. Вот давайте про матрицу поговорим. Значит, представим, что вы матрицу А... Ну, представим Жорданову форму. Представим Жорданову форму. Ну и вы знаете, да, что Жорданова составляющая, она легко разменивается на диагональную плюс нильпотентную. Да? То есть диагональные это те собственные значения, которые вы поставили, а нильпотентная это та самая минус единичка, которая на верхней диагонали, она обязательно в какой-то степени исчезнет. Вот. То есть, что это еще раз? Это диагональное на собственных значениях, а вот это матрица из единиц каких-то побочных диагонали. Вот, разменивается. Соответственно, получается t, d, t минус 1 равно, плюс t, q, t минус 1. Вопрос. Если матрица q была нильпотентной,
Будет ли Т минус первый непатентный? Ответ да, да. Почему? Когда вы возводите вот эту всю стопку в степень, на самом деле возводит только содержимое внутренней степени, края сокращаются, поэтому если Q в какой-то степени станет нулевой, то и эта матрица в какой-то степени, в той же самой степени станет нулевой. Вот это тоже непатентно. Это непатентная матрица, а это будет ну, какая-то подобная диагональная. Это будет матрица простой структуры. Потому что она подобна диагональной. Так, значит, про матрицы мы выяснили. Только из существования Жорданной формы матрицы мы про матрицы легко сформулировали. Теперь как ответить на задачу 99? Почему у оператора тоже можно разложить сумму оператора простой структуры и нильпотентного оператора? Да, ну, там надо красивые слова сказать, чуть посложнее. Сказать. Зафиксируем произвольный базис. Построим матрицу этого оператора в любом базисе. Для матриц всех проделаем эти штуки. Для матриц всех проделаем эти штуки. Получим подобные матрицы. А это матрицы каких-то операторов. Это матрицы каких-то операторов. Вот. Если это выполнено матричное тоже, то и операторное тоже, что тоже выполнено. Операторное тоже, что тоже выполнено. Потому что это матрица некоторого оператора, это матрица некоторого оператора и это матрица некоторого оператора. Вот. Раз выполнены тождества для матриц, из объекции, да, действительно выполнены тождества будет и для операторов. Вот, то есть теперь, опять же, только из существования Жорданной формы мы можем утверждать, что мы все можем раскладывать в сумму простой структуры и нильпотентную, то есть диагонализуемую матрицу плюс матрицу, которая в какой-то степени занулится. Что-то еще? А, ну давайте последнюю мысль скажем, я вас спускаю в 61-й задачку. Прочитаем и поделимся мыслями. Значит, известно, то А в какой-то степени дает единичную матрицу. И А не скалярный оператор. Ой, нет, это я, извините, другой прочитал. Другой прочитал. Вот что в какой-то степени дает единичную матрицу доказать, что А простой структуры. А в степени k минус и равно нулю, не а минус и в степени k равно нулю. Вот так у тебя. Да, не так не работает, так не работает, к сожалению, так не работает. Да, там большое просто полином будет, там только сократится первая и последняя часть. Ладно, давайте тогда, чтобы вас сильно не задерживать, подумайте, здесь несложная задача, есть два подхода. Подход полиномиальный, то есть перенести и налево, и показать, что А является корнем некоторого многочлена с оператором. Ну, если построить многочлен вида f от x равно x в степени k минус 1, то А будет являться корнем вот этого многочлена. Подумать, что это такое и к чему это ведет. Либо второй подход опять это сказать, что построим Жордану, ну, перейдем к матрицам через фиксацию базис, построим Жордану форму и посмотреть, что означает, что получается t на Жордан на t в минус первой степени в какой-то степени k дает единичную матрицу. Почему? Потому что у единичного оператора в любом базисе матрица будет единичная. Рассмотреть вот это тождество и объяснить, почему там не может быть нигде ну, вот этой, на верхней диагонали нигде единички быть не может. Вот, посмотреть, почему. Опять же, это довольно простое вот утверждение. Да тут уже все сказано, да? Это что такое лево? Это какая-то степень можно просто внутрь втянуть. Теперь тесты можно сократить, и получается, что Жорданова форма в какой-то степени должна дать единичную. Но у нее секрет в том, что если хоть одна единичка была над верхней диагональю, она будет продолжать оставаться там над ней. Вот. И это тоже равносильно, что этих единичек не было. Все, пока собирайтесь, сейчас я выпишу домашнее задание. Значит, мы подробнее разберемся. Да, в принципе, все. Я думаю, что...